А мы сейчас на этой сцене хотели бы видеть Пелагею и Дарью Мороз. Нас так вытолкнули на сцену. Очень быстро все произошло. Звук трам-пам-пам. Мы ничего не успели, нас быстро. Идите уже, песня идет. Идите, песня началась. Девочки, вы когда-нибудь экспериментируетесь? Песня такая действительно плясовая и больше эмоциональная, чем с музыкальной точки зрения. Сегодня Пелагея всем доказала вместе с Дашей, что они еще и могут очень хорошо танцевать. Я первый раз с такой как бы скоростью и с таким количеством движений работала. И мне кажется, что это чуть-чуть мешало пению, но мне кажется так, я права? Хороши, это... хороши во всем. Мне не понравилось, что какая-то вот действительно суета немножко была вот у меня. Потому что мы не успели даже какая-то... Вспомнил старый анекдот, когда говорят: девушка, ты не пой, ходи сюда-сюда. Опа! Раз, два, раз! Оп, попляшем! Оп! Вообще, все это превратилось в настоящий дуэт. Че там это? Ну, вроде жарим что-то там и круто. Смотрите, как они держат друг друга. Да, вот я только хотел сказать, за руки держат. Так страшно. И я даже с огромным удовольствием ставлю 10. Ура! Спасибо! А почему они удивляются? Вообще это очень непросто, и это вообще определенные, ну, как бы, это определенные навыки, которые я надеюсь, вырабатывать очень, очень быстро словила, на самом деле, максимально быстро. Кто помнит, как девочки пели? Поднимите руку первую. Дело в том, что замечательная песня, эклектика в хорошем смысле, потому что здесь и шотландские были какие-то перестуки. Ну, такая или сякая, но получилось. Может быть, немножечко вот такая, но мне кажется, что она была. Однозначно 10 баллов. Спасибо. Эта песня совершенно, в общем, неизвестная, хотя это неправильно, потому что народ должен знать свои песни. Правильно я говорю, это настоящая, да, прям корневая песня, и поэтому спасибо вам огромное, что вот так вот это из все из своего происходит. Репертуара, правильно я понимаю? Да. Я первый раз так быстро пела, по-моему, в своей жизни, и так много двигалась. И ногами двигалась уже. Я, правда, ни одного слова не понял. Но это был такой напор, такой восторг, такая энергетика потрясающая. Это был праздник. 10 баллов. Я в женскую дружбу поверила уже давно, посмотрев на красивых и, главное, поющих девчонок Пелагею и Дарью Мороз. Встречайте! Новые
та струна порвалась, а да сломалось перо. А ты прости, может, в следующий раз. А сейчас пора спать. Просто филигранно была продемонстрирована женская дружба в определенном мужском обрамлении. Потому что если бы в жюри находился Дебров, он бы, наверное, плакал от счастья. Потому что его ближайший друг Сережа Чиграков, Чиж, я даже была свидетелем, как они вместе поют эту песню. Но у вас, честно, получается круче. Чигракова прекрасно поет, но вы поете это. Спасибо просто Чигракову что-то. За такую прекрасную песню, за возможность ее вот нам спеть. Вот ты знаешь, Тиночка, ты уже сказала ключевое слово «круче». Я лично смотрела всю песню на Игоря Яковлевича Крутого и надеялась, он как-то среагирует на фразу «как крутой». Игорь, ну вы то ли не поняли, то я ли... Я не реагировал даже, когда «На берег крутой» пели. Ты хочешь, чтобы я сейчас реагировал? Ну, может быть, вы среагируете на фразу «круто ты попал на ТВ, Игорь». Ну, то есть специально чуть-чуть изменили. Я не знаю, может, действительно... Там, нет, секундочку, мы ничего не меняли. Там же просто... «я крутой», нет, по-моему. «Как крутой», но там не факт, что написано с большой буквы, правильно? Но все равно получилось хорошо. Но так как вы уже спели про гонорар и получать высокий гонорар, я думаю, что теперь после такой песни точно именно это у вас сбудется, девчонки. Так что welcome to show business. Можно уже оплывать победу, короче говоря. Пошли. И вы знаете, где вы это можете сделать. Конечно. Спасибо! Пока-пока. Спасибо! Тишман, давай. А не спеть ли нам песню, да про девчат? Сейчас будем а петь. Не спеть, давайте, пойте. Это был очередной эксперимент? В каком плане? Ну, в плане, как-то вы так одиноко, без танцев уже. Сегодня мы решили, друзья мои, просто спеть песню. А не спеть ли нам песню? А не спеть ли нам песню о любви? Я эту песню люблю очень давно, и Дашка любит. И я думаю, что большинство людей, которые умеют играть на гитаре, ее наверняка играли на гитаре, потому что просто то, что и красиво, простая. Конечно. Поэтому мы решили, что придумывать какое-то театрализованное, может быть, представление, какие-то декорации будет не к месту и не к песне. Поэтому решили выйти и спеть о любви. Молодцы. И, между прочим, не только вы любите эту песню, а даже вот Сергей Жилин, вы просто, может быть, не заметили, как он изображал крутого. Сережа, да, было, покажи да, еще было. Раз, а. Ну, пожалуйста, Сережа, ну еще вот так вот. Па-бам, па-бам, па-бам. Так. Вообще, спасибо. Браво. Браво, браво. Как крутой. Как крутой. Вообще, для полного эффекта, конечно, надо было крутого посадить за рояль. Представьте, такой, оу, такой неожиданно. Это, вот да, это уже это было когда бы, у да. нас будет бенефис. Будем умолять. Собственно, мне кажется, мы подготовили Игоря Яковлевича уже. Ох, подготовили. Ну что, Илья Рахмельевич, давайте с вас начнем. А то вы всегда у нас как-то, как заключительный аккорд. А зачем мы готовили Игоря Яковлевича все это время? Ну, я скажу, что Пелагею я лет 10 назад заметил. И уже тогда оценил ее самобытное творчество. А что касается Дарьи Мороз... В мир кино, в долину грез я вхожу, и что же? Вижу Дарьюшку Мороз, и мороз по коже. А поете вы светло, весело, серьезно, и на сердце так тепло, и чуть-чуть морозно. Браво! Спасибо огромное! 10 баллов, бесспорно. Прошу вас, Игорь Крутой. Ни после одного нашего дуэта нет такой солнечности и нет такой позитивности, как после выступления Даши и Пелагеи. И они получают удовольствие от того, что стоят на сцене, от того, что поют, от того, что вместе. И я прямо хочу признаться в любви. 10 баллов. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот видишь, Игорь Крутой... нам практически изменил. Но учитывая, какие прекрасные девушки, нам даже не обидно. Светлана,
Оцените, помимо вокальных данных, еще умение девчонок перевоплощаться. В прошлый раз это такие народные костюмы, зажигательные танцы, а в этот раз такая совершенно современная, модная песня, совершенно другой образ и у одной, и у другой девушки, да? Талант, он и есть талант. И разноплановый. Мне очень нравится, что вот эти девушки, красавицы, принимают участие в проекте «Две звезды». Они сами даже не знали, что в дальнейшем, я абсолютно уверена, их творческая дорога обязательно будет пересекаться. И уверена, что сольные концерты будут у них вдвоем. Вот на самом деле золотые слова. И очень хочется пожелать вам большого творческого пути. Конечно, десятки, мои дорогие. Ты понимаешь, я же просто большое. Никто не верит, что эти девушки встретились и стали петь вместе на проекте «Две звезды». И подружились только на этом проекте. Полное ощущение, что они пели всю дорогу до программы «Две звезды». И вообще, что они сестры. Вот такое абсолютное ощущение. Игорь Матвиенко, вы с нами согласны? Абсолютно. Вы уже, знаете, такое количество меда вылили на этих девушек, что вот они, мне кажется, они сейчас слипнутся. Только не говорите, что дёготь у вас в кармане. Нет. Нет у меня никакого дёгтя. То есть у вас в кармане десятка? Подождите. А дело в том, что каждый номер этого замечательного дуэта, он тщательно выверен, продуман и музыкально, и сценически. И, ну, то есть вот все, просто идеально сделано было всегда. То есть идеально терцию соблюдает? Да, сейчас было некоторое ощущение такое, знаете, как тоже музыканты говорят, шары. Такой вот вышли, спели, так круто, песня уж больно хорошая, знаете, вот так вот. Ну, поэтому только потому, что я их очень люблю, 9 баллов. Спасибо. Спасибо. 39 баллов. Вот все-таки ты была права про некий дёготь в кармане. Я не согласна, правда. Ну вот, честно, искренне. Мы согласны на 100%. Более чем на все 100%. Это правда. Спасибо. Спасибо большое вам. Вот какие светлые девушки. Даже девятым радуются. Может, мы втроем не правы? Разве... Нет. Не-не-не-не-не. Ну, давайте поменяемся. Все. Девчонки, вы радуетесь даже девяткам, это, конечно, потрясающе, дай бог вам здоровья, и десяток побольше. Спасибо. Спасибо.